На календаре август, а за окном по ощущениям абсолютная осень. Три ночи подряд в Кустанайской области были заморозки, которые испортили не только настроение, но и урожай многих дачников. Огурцы, помидоры, баклажаны еще на огородах. Овощные культуры исключительно требовательны к условиям выращивания. Большинство из них теплолюбивы и часто страдают от похолоданий и ночных заморозков. Для меня, как для дачника, конечно, зависит хорошая погода. Здесь думаешь убрать урожай хороший, а здесь неблагоприятная погода, потому что наступают циклоны холодные. Приехали на дачу собирать, а здесь получилось, что огурцы замерзли, кабачки замерзли, баклажаны замерзли. Ну, для дачников, конечно, надо убирать урожай. Как рассказали в гидромедцентре, заморозки в августе ожидали, но не так рано. Среднемесячная температура августа была примерно около нормы. Но заморозки, конечно, были несколько аномальными, потому что 24 августа – это слишком рано для заморозков. Таких заморозков не было в течение 20 лет у нас. По прогнозам синоптиков, заморозки заканчиваются. Сегодня последняя холодная ночь в августе. С завтрашнего дня нас ждет тепло. Оно связано с выходом атлантического циклона и принесет местами дожди, возможны грозы. Температура повысится до 22-27, местами 30 градусов. Ночью 10-15, местами 5 градусов тепла. Сентябрь тоже будет довольно теплым. Правда, при прояснениях в течение месяца возможны тоже заморозки. 1 сентября у нас ожидается неустойчивая погода, связанная с циклоном, но она будет теплой. По месячному прогнозу, как поясняет Ирина Жиляева, в сентябре на большей территории осадков ожидается ниже нормы. Что касается урожая, специалисты по возможности рекомендуют побеспокоиться о его сохранности. Сегодняшняя ночь будет холодной. Диар Ахмедшин, Софья Чернова, РТН.